2013 год в мероприятиях по содействию занятости приняло участие свыше 62 тысяч граждан Тюменской области. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в Тюменской области в среднем за год составил 5,2%. Это неплохо, если учесть, что в декабре 2012 года этот показатель был 5,4%. По уровню регистрированной безработицы у нас с 0,5%, вернее, с 0,6% опустился до 0,5%. У нас на сегодняшний день количество безработных 4130 человек. Удельный вес трудоустроенных граждан, это от тех, кто обратился в службу занятости, 77,4%. Это, в общем-то, достаточно хороший процент трудоустройства, если сравнивать у России с другими субъектами федерации. Удельный вес инвалидов, охваченных различными формами занятости, но я хотел бы здесь сказать, что из тех, кто к нам обратился, потому что мы когда всегда употребляем цифры те или другие, да, это нужно понимать, что из обратившихся к нам, мы с ними отработали. Вот так вот, с инвалидами, которые к нам обратились, мы отработали и трудоустроили или обеспечили различные формы занятости 61%.